Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. Santa baby, just slip a sable the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney. Всем привет! Я только сейчас решила записать что-то разговорное, когда за окном уже потемнело, но в Петербурге очень-очень рано темнеет, да в декабре, в принципе, даже почти не светлеет. В общем-то, сегодня я решила снять уже второй свой влогмас. Только знаете, это будет влогмас-учебное видео, потому что все-таки декабрь, и у студентов это не особо-то какое-то новогоднее настроение, а это скорее подготовка к сессии, к зачетам и так далее. Все вот в этом роде, и я не исключение. Мне сегодня много всего нужно сделать по учебе. Извините, вот в 11 классе мне легко было снимать влогмасы, потому что закрыть четверть не составляло никакого труда, в принципе. Поэтому у меня есть очень много классных влогмасов с прошлого декабря. У меня есть отдельный плейлист уже на этом канале, куда я закинула свои прошлогодние влоги со старого канала. Вот, они мне очень нравятся, эти влогмасы, прям очень, поэтому можете посмотреть пока что их. Сейчас я пойду писать эссе по культурологии, точнее его дописывать. Потом мне нужно будет сделать письменное задание по физкультуре. И сейчас, скорее всего, я сделаю вот сначала эту физру, потом уже приступлю дальше писать эссе. Все хочу сделать заранее, и также мне еще нужно подготовиться к контрольной работе, которая будет в этот четверг, по основам теории коммуникации. Это прям очень сложно, но посмотрим, потому что у меня, в принципе, если что, будет время еще завтра. Короче, погнали! Пока я снимала это видео и много училась, я прям вспомнила, как в прошлом декабре я готовилась к ЕГЭ, тоже много видео таких вот снимала. И именно вот, кстати, в конце декабря я прям запустила конкретную рубрику «Дневник выпускницы» на канале этом. И в моей подготовке к ЕГЭ конец декабря, начало января, это стал прям переломный такой период и самый-самый важный. И многие, кстати, начинают готовиться только с января месяца и, в принципе, успевают хорошо подготовиться к экзамену. Вот. Не сказать бы, что я в конце декабря, в начале января только начала свою подготовку, но именно в этот момент я стала более серьезно подходить к подготовке и стала гораздо усерднее готовиться, очень много практиковалась и писала пробников. И именно когда я начала вот это вот все делать в феврале, я уже заметила первые результаты, и я наконец-таки начала писать пробники достаточно хорошо. То есть если до этого всю осень я писала пробники плохо, на баллов 40. В феврале я заметила реально первые результаты. Поэтому сейчас еще есть возможность подготовиться к ЕГЭ за 6 месяцев и начать год максимально продуктивно. Мои друзья из ЕГЭленд выпустили уже более 70 тысяч выпускников, и средний балл написания экзамена примерно 80 баллов. Все, что вам нужно сделать, это просто зайти на сайт и окунуться в кайфовую и незабываемую подготовку к экзаменам на 80 плюс баллов. Их секрет в высоких баллах — это авторская методика обучения по скриптам. Не нужно покупать лишних сборников и справочников. Здесь ты найдешь все, что нужно, с яркими ассоциациями и мемами, чтобы превратить ЕГЭ в игру, а не зубрежку. Кстати, ребята сделали бота, который поможет бесплатно готовиться к ЕГЭ. С ним можно подготовиться без этой вот зубрежки и духоты. Внизу в описании я оставила ссылку и на бота, и на сайт ЕГЭленд. Обязательно начинайте свою подготовку прямо сейчас, не медлите. That's good,
общем, я перенесла уже это эссе в документы Google. Может быть, я что-нибудь еще допишу. Ну, это естественно, что еще что-нибудь допишу. И уже буду распечатывать это. У меня уже потихонечку взрывается мозг, поэтому я решила сделать перерыв. Поэтому я взяла мороженое. Мне сладкое всегда помогает. И немножко посмотрю Гарри Поттера, отдохну чуть-чуть. Буквально 30 минут, думаю. Налила себе чай в новогоднюю кружку. Все-таки декабрь. Уже почти середина декабря. 13 число сегодня. Уже финишная прямая с этим эссе. На самом деле я не думала, что я так долго буду его писать. И так долго с ним вообще мучиться, так скажем. Блин, какой классный ракурс, ребята. Следующее новогоднее видео я, скорее всего, буду снимать именно вот так вот. Просто офигенно. Почему раньше я его не находила, не понимаю. И вообще, я хотела сказать, что я наконец-таки закончила, кажется, писать это эссе. Надеюсь, что все, я больше ничего исправлять не буду и так далее. Мне осталось его только распечатать. И сейчас я начинаю делать доклад по современным международным отношениям. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Так, я уже сходила в душ, помыла голову, и уже поздно. Я, кстати, не сделала доклад по международным отношениям, я начала его делать, но потом у меня очень сильно заболела голова, я поняла, что устала, и решила себя не заставлять. Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come. Какая красота! Я все еще не могу налюбоваться своей комнатой, и как мне вообще нравится вот что я сделала вот здесь вот. И с одной стороны, мне сначала показалось, что у меня перебор каких-то гирлянд в комнате, а потом мне очень понравилось, потом мне еще брат с мамой сказали, что мне очень уютно, им очень нравится, я такая, все-таки классно. В общем-то, я уже дома, вернулась после зачета. Все прошло хорошо, у меня зачет, так что с культурологией я отстрелялась. И тоже можно поставить галочку. Теперь мне нужно подготовиться к контрольной работе по основам теории коммуникации, которая будет завтра. Это очень сложно, мне очень страшно начинать. Насчет культурологии, кстати, все было достаточно легко. Я думала, что будет гораздо страшнее. Мы просто подошли с этими эссе, она их прочитала, позадавала какие-то вопросы, может быть, если у нее оставались вопросы после прочтения, и ставила зачет и отпускала. Так что все супер. И я дома, пью кофе, потому что я сегодня с утра не проснулась. В том плане, что я немножко проспала, поэтому я быстро собиралась, выбегала. Не знаю, у меня какая-то такая проблема. Это вроде не бессонница, понимаете? Вроде не бессонница. Но при этом такое ощущение, что бессонница. Потому что, например, вот у меня в понедельник пары в 9 утра. И я не спала почти всю ночь. То есть, знаете, я вроде бы дремала, но при этом постоянно просыпалась, смотрела на время, боялась проспать, и я подумала, что, ну, наверное, я просто боюсь проспать, поэтому я как бы почти никогда не сплю, когда мне нужно рано утром ехать. Окей, и в понедельник мне было очень сложно, прям я ходила вся такая сонная. Что вы думаете? Я насчет зачета по культурологии не переживала, и он у меня был в 12:40, то есть, ну, не в 9 утра. При этом я не спала опять. Ну как не спала? Я очень долго не могла заснуть. Я легла примерно в 12:30. До 3 часов ночи я лежала и не могла заснуть. Это какой-то кошмар. Потом в 2 часа я решила написать все свои мысли.
чтобы у меня вот это вот в голове не было, потому что, знаете, я лежала, у меня было очень много всего, каких-то счастливых воспоминаний, какой-то ностальгии, грусти, потом предвкушение было каких-то событий. Также просто грустила, скучала по некоторым людям. И, короче, очень много всего было, я такая, так, чтобы вот этой вот каши не было и вот этих вот мыслей, пойду напишу это все, чтобы как бы структурировать, что ли, освободить свою голову. Пошла, написала. Никогда такого не было. Всегда в школе я спала. Даже если какой-то был важный день, какой-то важный зачет, контрольный и так далее. Перед ЕГЭ я тоже нормально спала. Когда я начала учиться в универе, моя жизнь пошла как-то... Не знаю даже, как сказать. Ну, не очень, мне не нравится, вообще нет. Но возьмите классный лайфхак, просто выписывайте все свои какие-то мысли, будь то грустные, будь не грустные, просто все выписать на листок, в телефоне, в заметках, еще где-нибудь. Это реально помогает, и я это поняла вот в этом году, что вот реально, если ты хочешь как-то помочь себе, просто выпиши все вот эти вот мысли, чувства куда-нибудь. Слишком затянутое было вступление этого дня. Сейчас немножко отдохну и потом приступлю делать доклад по международным отношениям и потом готовиться к контрольной. I'm so glad, feel it too. Nothing to add, falling in love. To me it's perfectly clear, falling in love. It's true, this part of the year has something in store. Сижу счастливая, потому что купила билеты в театр музыкальной комедии, на мюзикл «Граф Монте-Кристо». Вот. Я на него ходила уже в октябре, но нам с мамой и с моим братом... Ну ладно, брату может не очень. Но, в общем, нам с мамой очень понравился этот мюзикл. И мы решили, что мы сходим еще раз. И только что я купила билеты. И это, так скажем, мой подарок маме на Новый год. Билеты в театр. На 8 число мы купили, 8 января, это, скорее всего, будет последний день, конечно, таких вот новогодних каникул, но зато проведем его очень классно, вот. Могу сказать, что цены, конечно, кусаются, но один билет я купила по пушкинской карте, вот, у меня там еще осталось сколько-то денег, но на какой-то один билет мне не хватит, зато могу в кино сходить по пушкинской карте. Хочу сходить на «Елки 9», на мультик про Щелкунчика, там какой-то новый вышел. Вообще, я очень хотела выпустить как можно больше каких-то влогмусов, новогодних видео, но что-то пошло не так, и, во-первых, я заболела, наверное, это еще слышно по моему голосу. Время 7 часов вечера, я только сейчас буду хоть как-то готовиться к завтрашней контрольной работе. Я провалялась 2 дня с температурой 38, потом у меня было 37 с чем-то, но я все равно ходила в универ, потому что все вот эти вот зачеты, контрольные и так далее, никто за меня их не напишет, вот. И также из-за того, что как бы я готовилась ко всем вот этим вот экзаменам, то я даже немножко забыла, что как бы декабрь, Новый год, все такое, и... Мое новогоднее настроение пропало, и сейчас я немножко в шоке, что буквально неделя до Нового года. И мне также очень грустно, что я не успела сходить в какие-то новогодние места, сделать какие-то новогодние фотографии, повыпускать как можно больше новогодних видео, но я постараюсь исправиться на последней неделе декабря. Вот, надеюсь, что мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Постараюсь выпускать видео почаще, потому что мне осталось в универ съездить только 28 числа, и я свободна. А с вами была ваша Маша. I'm slipping away, so don't let me...